Шашлык? Да? Нормально. Второй только что. Так, так. Много не было сюда. Бери свои снасти. Что у тебя там? Расскажи. Здесь удочки. Там под сакой лежит. Здесь вода, бойло. Всем привет. Мы находимся в городе Ровно, в поселке Шпанев. Это район города Ровно. Вот вышли с пацанами на рыбалку. Это Юрец. Молодец. Это заедлый рыбак. Это племянник Оксаны, который вы уже знаете. Это старший, это младший. Тимка. Он везет ведро. На своем мустанге. В общем, идем сейчас на точку. Юрчий сказал, что знает клевое место. В прямом смысле этого где клюет. Взяли с собой прикормку, да? Да. Сам делал. А ну покажи. Фундук? Yes. Что теперь надо? Что выйти его ногой? Иначе не выйдет. Я его нарву пока. Да мне я покажу. Он много. Так покажу. Растет фундук на дереве. Ну ты его почистил. Так выглядит зеленый фундук. Разбить хочешь? Ну-ка, давай. Такой. Немножко еще зеленый. Ну, кушать можно. Да? Вкусный? Буквально через дорогу перешли. И вот другой водоем. Да, мусор здесь, конечно. Бульки это рыба? Да. Обычно я знаю, бульки это раки, ну ладно. Рыб. Нет, ну может быть раки, но у нас такая рыба. Так, ну все, доставай рыбу. Да, там ила много этого. Да. Чего себе, как высоко вода тут. Да. Поднято. Ой, здесь растут кабачки. Кукуруза. Нормально так пришел на рыбалку, взял вон капусту. Тут ему и червей можно накопать. Хорошо жить в деревне. Если у нас там человек червяки, мы ходим по огородам туда и копаем. Серьезно? Да. Уровень воды поднялся. Ну это я вижу. Ух ты, лавочка есть. Она на сантиметре. Смотри, как красиво. Две березки. Рыба плавает. Две березки, лавка и Тимка. Видишь, рыба плавает? Рыба плавает. Может, с очком ее везли. Да? Видишь? А, да, да. Это типа бычки? Нет, это либо не выглядели, ну, маленькие окуни, либо краснопёрки. А, это что, прогинается? Ну, мы здесь купаемся. Типа, ну, я, может, здесь просто купнуться, если хочешь. Лучше не иди, из-за того, что там одна балка сломана. Юрка здесь уже давно рыбачит. Он уже здесь все места, говорит, знает. Третий год рыбачишь? Да. Третий год уже здесь рыбачит. Вот смотрите, парню 13 лет. Мне 26. Но в рыбалке он шарит больше. Похвально. Вот зараз это, что на ПВО, то мы будем его с очком позбирать. Его быстро и будем... Рыбу? Что? Не, ну рыбу, а эти, мусор. Кстати, мусор, чтобы приятно было ловить.
Так, забросил я спиннинг, закинул только червей на три крючка. Думаю, пока хватит посмотреть, что будет. Там лучше будет на закидушку кидать. Мы всегда, если закидушку, мы кидаем туда. Куда ты в камыши кидаешь? Да. Вот, типа, в эту яму. Ну-ка. Давайте я забросил, может быть. Больше уже не нужно. Еще больше? Да, немного больше. Давай я сделаю. Так. Осторожно. Ну да, вроде бы нормально. Ну, значит. Не, может трошки дальше. Смотри, после. Закармливать. Просто зир. Закрините. Все. И туда еще. Саша рыбак. Давай. Давай. Давай, делай подсечку. Давай. И помаленьку крути. Все. Давай. Ну, груз у тебя большой. Есть что-то? Чи ничего не чувствую? Что-то. Что-то может есть. Что-то может есть, да. И... Да, есть. Ура! Первая рыба. Бычок или что? Маленький сомик, да? Этот, Стас, это маленький сомик. Только аккуратно. Видишь, это? А у меня ключ. Да, Кользу. Что, отпускаем? Ну, нет, он ест рыбу. Его не можно отпускать. Все. Давай. Забрасывай. А клюнул с червяком чи без? С. Угу. Если мы снимем все черви, в сторонку. То будет, знаешь, что клевать? Окунь только. Только окунь. Давай, только рано не отпускай. А, так, осторожно. Все. Давай. Только позже отпускай. Нормально. Хорош. Вообще, четко. Ну, у меня тоже клюет. Давай. Да, что-то есть. Давай. О! Есть? Да. Красавчик! Ай, молодец! Сомик! Рыбачки побольше. Ну. Побольше. Красавчик. Раз за разом просто. Ну. Натягаем. Ну давай, сейчас проверим. Ну, туго я, да? Туго. Пока нет. Пока нет? Ну, посмотрим. Ну, что-то клевало. Очень хорошо. Что-то есть. 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 Видишь по леске? Есть. А, есть. Два! Да! Два сомика. Чишь? Давай так закидаем и ждем минут 15, тогда достаем. Да. Ну смотри. Два сомика. Вон, все черви надеваем. И все. Это просто машина убийц. Смотри, сними. Два. Так, что-то там у Юры, что-то серьезное, что-то серьезное, одни сомиков сегодня. Ну, зато больше, неж у тебя, какие-то больше. Я за одного-два ловлю, слышишь? Ну, у тебя 11 крючков. Да, как его дергает. Водолаз. Это просто плющит ее, просто нереально, там что-то присело. Слушай, трусит просто нереально. Но еще подержим, вот там есть пару крючков. Есть такой соблазн уже вытащить, но еще оставлю, чтобы был интерес. Смотри, какой маленький. Опять сомик? Да. Да ну нафиг, сегодня да. Один сомик будет. Ну, подойдем, может карась подойдет. У меня аж одна удочка закинута на карася чашки. Mm. Ждем. Слышишь, прикинь, там будет один сомик маленький сидеть, и второй побольше его схавает. Может быть. Может быть.
как он дергается. Слушай, он дергается просто нереально. Еще минуту. Давай еще минуту, да. Да. Да вытаскивай, давай. Это моя удочка? Да. Опять сомик? Да. То вытаскивай. Я когда лучше не туда поставлю? Ну ты красавчик. Значит, не обманул, что здесь клевое место. Большенькое. Мы недавно были доставлены такой сама на 1.5 килограмма. Тут? Да, здесь. Ничего себе. Что, давай вытаскиваем тогда? Давай. Можно я раз попробую? Ну давай, вытащи ты. Давай. Давай, вытяни ты. Ну, ходом ходишь. Ира, отошел. Согнулся? Тащит капец. Штук 5, минимум. Давай, я ставлю 3. О! О! 4. Ну смотри, мы не проиграли обоим. 4 сама, да. Сразу. Ну ты красава. О, один за бок. Видишь, один, да, за хвост. И висел, слушай, прямо там. Ну, ну. Смотри, вообще твоя штука убойная. Ну. Поймал что-то? Да. Кого? Маленький сомик. Ну мы уже сам этих маленьких сомиков навиделись. Насмотрелись на них. Решил поснимать, что тут вокруг озера еще есть. А тут какой-то еще тоже. Пирс маленький такой. Ты говоришь, здесь мелко, да? Здесь. Да не надо. Пойдем посмотрим, может быть, найдем побольше бутылку. Что-то мы не догадались взять что-то с собой. Кроме ведра, но оно течет. Вот, посмотрим что-нибудь. Ну, в принципе, здесь мусора много, поэтому можно что-то найти. Ну, какой конь. Чья-то лошадь. Хорош. Хорош. Мухи тебе едят, да? Хорош. Ау. А? Не понял. Нет, не был. А ты не любишь? Тут мух очень много, нельзя погладить коня. Что-то походу я нашел. Это канистра. Достать бы ее и все. Так, я достал вот эту канистру. Она, не знаю, в водорослях засохшая, короче. Бедная лошадь, ее жрут эти мухи, блин. Мне так жалко тебя, лошадка. Короче, я открыл эту канистру, посмотрел, понюхал внутри. Я не знаю. Я залипался. Я не знаю, кто ее выкинул. Но, в принципе, она хорошая, классная канистра. Но ее можно выкористовывать. Чего ее? Что? Что ее можно? Выкористовывать. Что такое выкористовывать? Ну, типа, мы их здесь выкинул, ты тут брал, и с через 6 дней можешь рубить. Переупотреблять? Да. Ага, я понял. Выкористовывать, да? Угу. Или как правильно? Как правильно говорить? Выкористовывать будем. Короче, вот это то, что мы, ну я нашел канистру. Сейчас мы сюда закинем рыбу, чтобы не протекало в это окошко, и вот так его закроем. Сейчас снимай. Мы зараз будем пересыпать рыбу в бочку с ведра. Двенадцать сомиков мы пока на момент поймали, но это еще не предел. По-любому что-то уже на спиннинге висит. Давай вытянем.
что-то уже там дергается жестко. На, Тимон, снимай. Сейчас останусь. Есть. Один сомик. 14 на сомики уже. Да, 14 сомик. Такие невеличкі. Видишь? Что? Ну, рогач там стоит. Ноу-хау. И он даль, ну, получается, слушай, дальше закидает. У нас сейчас на момент 14 сомиков. Что ты скажешь про нашу рыбалку сегодня? Тебе нравится? Иногда только за 3 часа 27 сомиков. А мы вон минут 15 уже. Половина того, что мы за 3 часа ловим. Иди снимай. Что это? Сом? Опять сом. Здесь кроме сомов что-то водится вообще? Да, крупно. Ешь это? Да. Как обычно, я угадаю, там сомики. Да, ну а сколько? Ну один может. Я думаю, что есть окунь. Нет, больше не шуми. Два. Три, четыре. Один. Два. А не один. Почему так сложно шло? Один. А, видишь, пообъедала через. А, там один, вот это. Чиж, давай так. Давай закинем его. И только на блеснуха его она будет. Без щели. А ничего не поймаешь? Думаешь? Да. Ну тогда давай на бельком начать. Так, это 16-й сомик. Слушай, они мне уже дозлобали что-то. Слекать сомики. Короче, мы сегодня ловим одни из сомиков. Другой рыбы нету пока что. Ну или нужна другая наживка. Либо... либо здесь, да, либо здесь очень много сомиков. Вот, ну, спиннинг опять трусит не по-детски. По-любому что-то там уже есть. Я засек таймер. Через 5 минут вытащим и посмотрим, что там у нас. Так, Юрец молодец. Поймал красноперочку. Ну-ка, покажи. Небольшая. Небольшая, но это уже не сомик. Да. Не! Фух, зацепилась. На. Хорошо. На червь взял. Маленькая. Я думаю, ешь ли? Что-то. Две-три. Две-три. Ну, давай. Есть ли окунь? Да, есть что-то. Один. Все, больше не будет. Знаю. Видишь? Один только. И все. И больше не будет. Все. Ну давай, кидай его, да? Я перекину. Короче, мы решили перекинуться на удочки и оставили спиннинг, пускай там на все крючки. О, я болтаю, тут сомиков ловит. Может принести мне корницу сюда? Да, конечно. Короче, мы решили на удочки пока перейти. Был азарт есть порыбачить, а спиннинг мы оставили на времени, пускай там наберутся. В конце рыбалки наберем. Да, возможно. Так мы решили. Да. Сидим, наверное, еще пару минут и собираем удочки, потому что уже только ссасывают червей с крючков и ничего не ловим. В конце вытащим спиннинг и пойдем до дома, до хаты. Это слишком маленький. Будешь его брать? Да. Или отпустишь? Ну, он не крует, хавает. Ну, он забирать хочешь. Я его потом да, для кота поймем. Ну, окей. Он как бы паразит. Вот. Их речка, как людей во всей...
под закат солнца. А бы было видно. Хорошо. А может быть что-то сейчас под сечем. По дороге еще карася. Ну. За жопу. Сюда. Або за спину. Не, наверное, один. Что достаешь там 10 окон. Это все, что-то там нереальное. Крапивка. Ой, один солик. Хорош. Ну, что-то есть? Красноперка. Красноперка? Да, на мою удочку. Наконец-то, да. Он что-то дзюбало. Может, зараз еще посидим? Видишь, надо просто подождать немножко. Думаешь? Чтобы... Да. Хочешь еще посидеть? Давай, минут 15. Ну давай еще минут 15. Все, мы собрались. Наловили рыбы. Получили кайф. Сейчас пойдем домой, будем ее чистить. Спасибо, что были с нами до этого момента. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И ждите новых видео. До скорых встреч. Что, наш улов 28 рыбок, да? 26 сомиков и 2 красноперки. Угу. Локацию я поставлю под описанием видео. Все, всем хорошего вечера, всем пока.